Всем good evening, господа. Ну что ж, новая промо, новые карты. Сегодня взор мой пал на одного очень интересного персонажа. Его карта в свое время так мне понравилась, что я даже включил ее в список любимых за весь прошлый сезон. Набиль товарищи Фекир. Надеюсь, сегодня он устроит полный наебид, ну, не мне, а сопернику. Кстати, по сути-то этот Фекир бесплатный, надо просто сделать 10 ассистов за его 92-ю версию, потом обратно ее продать, ну... Замечательно. А, ну да, придется дать ей 5% от продажи. Все, карта оверпрайс, расходимся. И да, под фикирчика я собрал вот такой состав из новых карт и бритишей. Сегодня миссия со звездочкой забит за Стерлинга. Честно говоря, мне кажется, будет сложновато. И особо надеюсь, что меня сегодня порадует мистер Фодор. От после развлекаловки с фикиром откроем пики компенсацию ей за пинг 80. А начнем с классного магазина Вечкин Геймс. Там вы быстро и комфортно сможете приобрести различные подписки, FIFA Points, а также игры на PlayStation, Xbox и ПК. Меня очень радуют цены в магазине, потому что по сравнению с другими они там явно меньше. И конечно же, не забывайте, что Александр занимается скупкой и продажей монеты аккаунтов. Это официальный магазин, поэтому после каждой покупки вы получаете чек, никаких разводов. Слушайте, думаю, уже все в курсе, но в октябре будут крупные релизы, и думаю, парочку тайтлов я точно возьму в магазине Овечкин Геймс. Все нужные ссылочки в описании. Что с пингом? Он сейчас поднялся опять до 70-80, был когда-то на уровне 50-60 и даже 40 иногда, а сейчас опять до хрена. Сегодня очень много интересных картёх надо затестить, вот даже Сурлота поставил в основу, хотя вот никогда бы себе не мог представить, что я буду за него играть, так это Магуайя! Молодец, Милнер перехватил, так, Фекирушка! Это Галас. Сегодня, кстати, у нас получается схема 4-2-3-1, и у нас Фекир-цапник, так, вот здесь Фекир. Рахим за Дрим хотел сказать, но не Дрим. Сол Кэмпбелл. Я уже играл, кстати, за Кэмпбелла. Вообще хрень полная. Но я надеюсь, что я просто играл в плохом коннекте. Фикир прошел на дрибле. Фикир. Лонг. Nope. Так, Набиль. Спокойно, спокойно. Камовинкочка. Молодец. Молодец. Так, опять Фикир выходит сам на сам. Тем временем, кстати, уже двушку забили за товарища Фекира. Пора и за Рахима что-то делать. Ну, Рахим! Так, я сейчас, конечно, понимаю, что я немножечко нагло сейчас хочу забить уже за другого чувака. Рахим проходит и, наконец-то, забивает. Ой, так, тихо. Фекир еще пенальти зарабатывает. Молодец. Пробью не по центру. Пока что все по плану. Харимак! Так, Блин, по центру я сейчас проспал, здесь, но спасибо Штегу. Да ядрит твой налево, просто пробегаю мимо него, а. Здесь Фекир. Хороший пас. Тони, великолепно. Ну и тут Харри на скриптах прошел. Не горжусь этим голом, но получилось. Опять Камовингочка, молодец. Ну нахер. Блин, подбегите к мячу, дурачки. Пейдрица, мадрица, сейчас будет гол, скорее всего, и чех. Ну, Смолинг, ты защитник сегодня или что это? Что это за Смолинг, позор какой-то? Вот это сейчас я отскочил, Камовинга, блин, играет за всех в защите Камовинга сейчас. Что опять? Ой, сейчас чех финтит. Охеренный пас прошел, ребят. И как это офсайд, я не понимаю. Так, вот здесь смотрите, Кэмпбелл прошел. Как? Кэмпбелл, это твой единственный момент сегодня? Ну нет, блин. Так, хорошо, отобрали там. Ну кому-нибудь-то отдать, охренеть, Сократес сам перехватывает. Он ничего сейчас не сделал. Это за него искусственный интеллект отобрал, поздравляю, блин. Что? И заброс-то идеальный. Да серьезно просто, прекрасно. Опять пробегает мимо мой, блин, Смолинг. Перехватить. Давайте что-то поменяем. Магуайр, отдыхай. Попробую что-нибудь другое сейчас. У меня есть великий Оси. Ну и, наверное, я попробую Диабит. Но простят меня хейтеры, выпускаю усиление. Надо этот матч забирать. Но еще и забивать за Стерлинга. Вообще замечательно. Так, вот здесь проходит пас на Осю. Ну толкайся-то как? Ладно, спокойно. Проходит пас. Отлично, здесь Фекир уже разобрался. Все, возвращаемся на поле битвы. Надо забивать еще. Милнер побежал. Отыграть назад. Вы чё? Fuck you, kid. Здесь Диаби. Развернулся. Ну! No!
Не повезло. Там было сложно забить, конечно. Стерлинга меняем еще, давайте на Родриго. Блин, надо выносить этого СОПа все же, давайте. Ты серьезно? Ребята, сколько отскоков. Да, еще и тревелкой мне закинь, молодец. Заслужено будет, вообще заслужено. Ребята, я честно, я уж повис на канатах, вообще. Ладно, все, тихо. Ну. Так, Фекир забил третий, я даже не радуюсь, потому что я представляю, что у нас будет дальше. Ты смотри просто, я ничего не могу отдать, потому что все читается, я не могу ничего сделать вообще просто. Кросс, молодец, поборолся за мяч. Это фол. Но это же фол там, ребята. Ну там же фол явный. О, шет, выноси. О нет, опять чувак с чехом, блин. Ладно, спокойно. Так, этот пас прошел. Кросс. Харри Магуайр. Кстати, если получится, я вам покажу один красивый гол, который я забил за него буквально недавно. У меня, кстати, опять противостояние Смолинга и Чеха. А вот это вырезал! Вот это вырезал, сейчас пас Сол Кэмпбелл. Не проходит пасик. И 2-0. На прессинге, ребят. Чё за пас сейчас был? Чё сейчас был за пас? Так, вот здесь просто у меня коридор какой-то был, да? Отскочили, признаю. Ага. Опять же, ну, великий чех, отбирать мячи у великого чеха мы не будем. Просто, блин, к чеху примагничивается мяч. Блин, счет 2-0, у нас начался синдром сборной России в матче со Словенией. Так, вот здесь опасно. О, заброс. Заброс, и здесь опасно. Что происходит? Место чеха может в опорке, а? Ну серьезно, он отбирает мяч чаще, чем опорник любой. Продавливает, хорошо. И корпус ставит. И, ну, Харри Магуайр, да что за говно? Сейчас будет момент. Отскок. Ну, где все-то? Просто к чех магнитится к мячу, в то время как мои дебилы стоят, и все. Ладно, пока без замен, давайте посмотрим, что покажут мои чучела. Прошел пас. Милнер. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Ну, кому-нибудь отдать. Ну, блок. Спокойно. И. Хорошо. Смолинг вроде бы просыпается. Родриго, Осимен и Диаби. Nope. Так, а здесь Кама. Молодец. Вот честно, Камавинга — это вещь. Retard alert. Опять, вот что вот это сейчас было? Вот ну господи боже, отскок опять недостаточно, чтобы я перехватил, блин. Вот здесь смотрите, ну бежит, ну, Фекир. И блоки. Не получается. Зато здесь отскочил. Ну давай, на отскоках парашных забьем сейчас гол. Ну. Не везет пока. Fuck you, kid. Чех продавливает. Просто продавливает. Просто понаталкивает долбаного сорлота от мяча. Приходится вот только так надеяться на какую-то херню. Ну что ты будешь делать? Да не забиваем ни хера. Так, Фекир. Ну, извините, я не знаю. Я не знаю, что мне надо сказать сейчас. У меня... Ой, я в ахере. Я просто в ахере. Блин, победа просто вопреки. Честное слово, вот. Ну, не знаю. Зато я точно знаю то, что Фекир нереально затащил. Что в том матче, что в этом. Победные голы на его счету вынимайте. Ладно, подводя итоги, скажу, что Фекир это, ну, не прям уж такая имба. Все очень зависит от вашего стиля игры. Опять же, вот, учитывая, сколько у нас тут чехо-дрочеров, многие со мной не согласятся, но вот, честно, мне легче управлять и забивать за Фекирчика, чем за того же Чеха, Нойера, Магуайра и так далее. Разворачивается годно, бьет, ну, вы сами видели, как он бьет. И его сегодняшние голы нехило мне так помогли. Знаете, про скорость сейчас скажу, что она просто нормальная. У всех сейчас скорость 90+, хорошая, замечательная. Сейчас, опять же, решает дрибли. Блин,
как по мне. И вот у него дриблинг прям великолепный. Опять же, спасибо большое его росту, его модельке. Короче, замечательная картеха, я положительно его оцениваю. Так, мой прогноз — 2 Терштегена. Ну, в целом, не в одном пике. Так, у нас уже точно будет Терштеген. Так, ну это дубликат, господа. А, нет, это скорее всего Сисока, 98 сила. А, нет, Фафана, прошу прощения, что-то я попутал их, да. И второй товарищ — это... Это, кстати, не Терштеген, потому что это не дубликат. Ну, с дриблингом, с передатчиками. Но, все, больше ничего нет. Что-то знакомое, хер знает. Педри, not bad. А вы знаете, а ведь not bad, 500-300 тысяч, блин, был бы еще продаваемый, конечно, ну ладно. Блин, это уже, знаете, лучше, чем я ожидал. Дубликаты, опять же, там Штеген, кажется, спрятался. Да, господа, это Штеген, это Штеген. Значит, это у нас игрок центра. Блин, вот дриблинг этот 95, вот всегда я вижу дриблинг, думаю, о, вот это кайф сейчас. Передачи хорошие, удары и скорость тоже есть. Блин, это центр поля. Случайно не Кевин? Очень походит на Кевина, народ. Вот прям под него стата. По-моему, это Кевин. Добрый вечер, Кевин. Вот, блин, и теперь смысл выбивать этого 99-го, если есть аналогичный 97-й? Пока что очень неплохо, народ. Но show must go on. Итак, да. Еще один. Ой, два дубликата. И последний. Один дубликат. Да это, наверное, вратарь. Да, это, скорее всего, кипер. Ну, Штеген, хорошо, это Фодор. А вот второй игрок из Ultimate Odds'ов, это, опять же, 95. А что это? Опять Де Брюйна? Серьезно? Да. Ну, гиперфодор, ладно. Неплохо, два Де Брюйна, Педри и Салиба на закуску. Будешь что пихнуть в контент. Все, ладно, спасибо за просмотр. Давайте не болейте, увидимся в следующем видосе. Пока.